Письмо Франца Кафки будет продано на аукционе Сотбис в Лондоне. Лот оценивают в 90 тысяч фунтов стерлингов. По мнению исследователей, недатированное послание было написано с апреля по июнь 1920-го, когда Кафка лечился от туберкулеза в клинике на севере Италии. В тот период автора преследовал писательский кризис, который усугублялся его плохим состоянием здоровья, отмечают историки. Франц Кафка скончался 3 июня 1924 года в возрасте 40 лет. Письмо выставят на торги 27 июня, через 100 лет после смерти писателя.